Дон Жуан 21 века за полтора месяца репетиций сбросил несколько килограммов. Такой сложной роли, говорит Михаил Журков, у него еще не было. Сложной и музыкально, и морально, и физически. Буквально первая сцена, рубашка насквозь сырая. То есть я не знаю, что происходит. Или это волнение, это театральные софиты, это, наверное, ну, естественно, игра и внутреннее состояние. Тут все складывается. Выкладываться по полной программе артистов заставил Георгий Исаакян. Режиссер для театра новый, по-столичному требовательный. Саратовским солистам пришлось не только разучивать сложные музыкальные партии, но и заиграть, совсем как в драматическом спектакле. Не говори мне лишь о моем слове, они здесь, что не видит, но... Премьера «Дон Жуана» собрала полный зал. Новые спектакли оперный театр выпускает не так часто. Слишком дорогое удовольствие. А постановки такого масштаба и того реже. «Дон Жуана» Моцарта считают самым лучшим, но и самым сложным его произведением. Решать его в классической традиции режиссер не стал. Говорить о «Дон Жуане» в исторических костюмах, уверен он, неправильно. Слишком актуальная тема. Не было эмансипации, не было феминизма, не было равенства, не было женщин, президентов, министров обороны, глав корпораций. Да? И поэтому, что такое сегодня мужчина, который сводит с ума любую женщину, с которой он встречается хотя бы на 5 секунд? Опера «Дон Жуан» уже шла на саратовской сцене, но это было 30 лет назад. Другое время, другой «Дон Жуан». Анна Головчинская, Олег Буланов, новости, телеобъектив.